Зовется музыкой она, созвучие в ней живут и звуки, но чьих открывают руки? Кто заставляет мир звучать, когда он стоит молчать? Когда он будто бы струна, которая звенеть должна. Конечно, это музыкант, его порыв, его талант, его желание творить и людям красоту дарить. Подводя черту под достижениями этого учебного года, мы благодарим вас за ваши светящиеся радостью глаза, ваши улыбки, за ваши бурные овации. Я уверена, что эта встреча, несомненно, отозвалась теплом в ваших сердцах. Мы не прощаемся, а говорим лишь до новой встречи в волшебном мире музыкального искусства. Искусство, в котором вечно процветают добро, гармония, свет и любовь. И пусть ваша жизнь будет всегда по-весеннему радостна и светла. Всего вам самого доброго!